Наверняка есть охрана. Это наш шанс!
Отойдете?
Выпустите! Выпусти меня! Эй, ты! Тебя прислала Артемида! Спасибо, что здесь небезопасно.
Хвала тебе, двуногий. Я Зои, дочь Артемиды. Спасибо, что спас меня от камнежителей. Двуногий? А бывают другие? Конечно. Наша четвероногая родня. Мы равны, близки по духу. Никогда об этом не думал. А зря. Нами движут те же инстинкты. Каждый день что-то новое. Кого ты зовешь камнежителями? Тех, кто пришел сюда с запада. Они вырубают леса, чтобы расчистить место для домов из камня. Хорошо, что я проходил мимо. Как ты оказалась в клетке? Их было слишком много, и меня окружили. Но теперь я свободна, и мы отомстим камнежителям. Мы? Кто будет мстить вместе с тобой? Моя четвероногая родня, лесные звери. Мы отомстим камнежителям, которые отобрали наш остров. Камнежители вооружены и опасны. Они не сдадутся без боя. Без зверей мне не справиться. Ты сможешь освободить их? Поможешь? Отдам тебе свой лучший лук. Зверям не место в клетке. Я знала, что мы родственные души. Зверей держат в двух лагерях там, где вырубили лес. Помоги им выбраться на свободу. Я все сделаю. Ее семья в клетках, там, где вырубили лес. А вот и лагерь. А это лагерь лесорубов. Где же клетки? Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Эти волки соскучились по крови. Нужно быть осторожным. Тише. Не кусайтесь. Я вас спасаю. Тише, семья. Меня прислала Зоя. Эти волки соскучились по крови. Нужно быть осторожным. Нужно сказать Зои, что все волки на свободе. Thank you.
Благодарю тебя, воин Артемиды. Лук теперь твой. Пусть весь мир узнает о твоих подвигах. Он мне пригодится. Спасите моих сыновей! Слава богам, Мистий! В чем дело? Моего мужа убили, а сыновей увели. Разбойники захватили наши земли в лесу слез, а сыновей сделают рабами. Разбойники обычно не захватывают земли, и у них нет рабов. Ты прав. Земля не была на за нее разбойником, а когда закончились деньги... Разбойники – бесчестные люди. Как вы не понимали? Но земля и дом за жизнь моих сыновей. Я на все готова, чтобы их вернуть. Разбойникам неведома честность. Теперь я знаю. Ты больше ничего не хочешь рассказать? Нет. Прости, что пыталась скрыть правду. Если вернешь сыновей, я найду способ тебе отплатить. Я помогу, но впредь советую не заключать сделок с разбойниками. Хвала Афине. Конечно, спасибо. Где ваше хозяйство? Мастичный двор, так мы его зовем. Это к югу от города, в лесу слез. Куда увели твоих сыновей? Разбойники отпустили меня за деньгами, а сыновей заперли. Одного в доме, другого в хранилище припасов. Разбойники, какой у вас был уговор? Они находят нам землю, а мы отдаем им часть прибыли. Но оказалось, хозяйство не было заброшено. Прежних владельцев они убили. Разбойники, сколько их было? Я не успела сосчитать. Может, 10? Я схожу туда и постараюсь помочь. Поспеши. Отомсти разбойникам и спаси моих мальчиков. В лесу слез. Тот самый дом. Один из сыновей где-то здесь.
беги, я спасу твой... Один из сыновей здесь. Матери. Сыновья к тебе вернулись, и вам больше никто не угрожает. Возвращайтесь к своему хозяйству. Хвала Афине. Мальчики живы-здоровы. Спасибо, Мистий.
Мистерий, не нужна ли тебе древесина для корабля? Здесь столько дерева. Оно пригодилось бы на любом корабле. Всем известно, лучшая древесина с Хиоса. Но Малака, что правит Лесбосом, продает ее в другие города. Он наживается, а мы теряем прибыль. Он ведь правитель. Он действует на благо острова. Продавая наше дерево и укрепляя флоты других... Нет! Он делает это для своего блага, а не для Лесбоса! Скверный правитель. Да уж. А если убрать источник неприятностей, то они исчезнут вместе с ним. Народ Лесбоса должен получать прибыль от ресурсов. Ты ведь нам поможешь? Что ж, попробую помочь вам. Где мне искать правителя Лесбоса? Он живет в Мителине. Либо сидит дома, либо проводит смотр войска в крепости, либо молится. В общем, отлынивает от работы. Лесбос – богатый остров. Зачем ему использовать ресурсы Хиоса? Если б я знал. Мы продолжаем рубить наши леса и истреблять живность для Мителены. Скоро останемся ни с чем. Что ж, Мителене пора вздохнуть свободней. Как закончишь, я пришлю награду на твой корабль. Заглянуть в дом правителя, в крепость и в храм.
Рада видеть тебя. Дафна, какой теплый прием. Я дала опасное задание. Ты мог погибнуть или сдаться? Я пройду через все, что угодно ради тебя. Кажется, ты забегаешь вперед. Кажется. Шкура волка Ликаона. Этот волк был не только жесток, но и хитер. Многие погибли от его зубов. Но только не я. Для меня нет невозможного. Вот, шкура гиены, возьми. Ненавижу этих гадких трупоедов. Научись во всем видеть красоту. Верно. Они делают то, что... Как и люди. С этой шкурой бык долго не хотел расставаться. Ты великолепен. Долгие годы тренировок. Наемникам необходимо оттачивать навыки. Ты достоин высших похвал за преданность своему искусству. Я добуду остальные шкуры. Буду осторожен. Эй, тебе чего надо?
эта деревня какая-то странная. Борьбы нет. Убийца может потерять. Тебе конец! Живо! Нужна помощь! Ну! Он Зевс! Умри! Thank you.
будто испарился.